Нету. Ну не у всех анжа да. есть. У меня есть анжа на паладине, но на сове, блядь, у меня три профы. Но без собирательных. Слушай, на самом деле, типа, мне понравилось, как прокает кондёр на сове. Да, заебись. У тебя кондёр на сове? Ну, мне дрыщ дал. Ага, зашел за шамана. Да, может, еще кто-то... Не, ну, может, еще кто-то хочет, ты как бы спроси у других. Я не знаю, я вам могу Джулиан дать, я не знаю, вот какая лучше. Как кому? Попороть ее не вспышка, вставляет. Вспышка или крит? Вспышка лучше. Кто-то говорит, вспышка одинаковая с кондёром. Ну я приблизительно так ее считаю. Да ладно, забирай кондёр, я буду со вспышкой бегать. Если что, потом заберу кондёр себе. Вспышка потом он год не будет падать. Да похуй. На всех кастеров она хорошо идет. Это все равно мой твин, который, блядь, выше всех по гиру. Вспышка, это же как талисман синдрим. А я чё-то на Skyslong посмотрел, она 236-я, что ли? Ну там волонир сильно шапнул. Да пофиг. Все равно 236-я, пиздец. Я таких еще не видел. Я вообще прям не знаю, как я так. Я 38-й у кого-то видел вроде. Одевали челика, делали волонир, блядь, взяла ливного. Как так вообще, блядь? Ну, погнали, блядь. Блядь, внутрь, погнали внутрь, уже. У нас всегда то же самое с ШМами будет, такая же хуйня. С ШМами пиздец, вот реально, всегда. Типа, вспомни, дрыщ, вот когда мы сделали ШМы, постоянно. Я первые был... 2-3 челика свалят сразу. Я был в третьей в очереди, блядь. К тому времени, как мне собрали ШМ, первых двух уже не было. Обычно на ПВП собирают, наверное, да? Да нет, ШМ, ну, типа, 1000 ДПС один дает. Да больше, наверное. Ну, может, даже полторы. Не, ладно, в Т5 он дает 1000 ДПС, а, наверное, до Т5 он даст больше. Давай, кого еще смануть надо? Личкрафт сейчас зайдет. Да я сейчас, бля, я голду пытаюсь найти, блядь, у меня... А я хочу 600 голды на каждом твинке, блядь. Мне что-то с меткостью жопа какая-то становится. Придется на фанпе опять закупать. Чего опять закупать придется? Да на фанпе закупаю. А ну ты не боишься вообще на фанпэе, типа? Мне кажется, от фанпэя можно так изи отлететь. Ну лучше бы ты не покупал. Ну блять, ну что, ну забанит меня, блять. Ну и разбанишься за 1500 вообще покинул. А, ну если так. Ну там второй раз уже будет за 5 косарей. Да как не понимаю, что ты хотел? Слышите, я что думаю, может... С Олешей у меня с меткостью проблемы становятся. Этот... Может, ДКшник потанчу, то я почилить хочу, подамажить. Капля будет еще. Да, ну ты договаривайся с ДКшником. Настя, киса, а у тебя нету танка? Не-не, я без танка. Там, бля, я еле освоил сову, ты чё? А танк там у меня следующий друид на очереди. Ой, этот друид. Мне прям понравилось. 100 кристаллы, дай мне и всё, все остальное мусор. Пирекс, ты тут? Задержка, блядь, 200, сейчас, что еще тебе надо дать? Все, ничего, я просто говорю, дал бы 10 кристаллов и все, все остальное, оно дешевое. Обнял, поднял. Так, Джулиан, ты в сове будешь бегать? Так ладно, потом. В смысле в сове? Ну тебе давать кондерки или нет? Не, ты шо, не-не-не-не-не, не надо. Все как хочешь, тогда оставлю себе. А че, может кому-то еще нужен? Кому-то еще нужен кондер? Да, все, больше кастеров нет. В смысле, ну там он... Вичкрафт. Не, на ШП вообще отвратительно. Не, ну если вообще не нужен, я заберу, конечно. На ШП, да не, я то буду с ним бегать. А почему? Там же этот ШВП запоминает крит. Я на рейд попробую взять. Ну зачем? Ну, чтобы запомнить на одну дотку крит на весь бой. У меня есть топ-3, нет. Которая вторая будет с острова. Нет, вторая будет с острова. А, подожди, а ты не пробовал себе взять этот вторую триню, которая с прожимная на крит? Да, забуна. По-моему, на шипет очень прикольная. Тоже на крит, не видел. Все готовы? С РБК. Да, летал. Да, готовы. Дрыщ, а ну линка не её, потому что у меня не хватает скиллуки. А, я, блядь, я сейчас буду искать полчаса. Забуна, это что у нас вообще? Там этот, ниже топ, наверное. Ниже топ? Но мне кажется, что-то такое. Или... Ниже топ. Так. Черная охотница. Узилище, возможно. Муселек какой-то. Ниже топ? Да, или узилище. Выбирай одно из двух. Не ниже топ, скорее всего. Да я его уже линканул. Вон, линканули. Узилище это.
Ну, у меня прожена нахер на хосту. Око зубуна называется. А, вот, нашел. Да нет, меня на хосту прожена. Так, а смотри, сколько она дает крита. 980 на 20 секунд. Ну, пускай там, когда 3 минуты, это да, долго. Ну, хуй знает. Этот, подрубай огненную. Мелт. Там, когда там фокус КД, главное, чтобы больше много было. Так, а эта штука бобом снимается, правильно? Дебафы. Да. Окей, значит бобом снимем уже как этот. Так, дистанцию кастера набрали между собой. В луже не стоим, отбежали. Блин, здесь быстрее, чем за минуту вы его не убьете. Стараюсь. С этим, да, подбежал. А, сыграли в Шнобель, да. Да ты заебал, блядь. Так он спамит эти, блин, это. Блин, мне так страшно, когда хил просаживается. Так, стоп-каст-то я не говорю, потому что сам не вижу. А зачем стоп-каст? А здесь типа меня он кикает. В мини-зоне? Да я даже походу стал в мини-зону потопому. И побежал. Да нормально, дотки добью. Это не я был еще. Это я был, но я все знаю, что надо делать. Что за это? Ты хочешь сказать, я плохо отбежал? Ну, такое себе. Я его сам добил доткой, типа. Не, ну если бы я был... Факи мэн сейчас умрет. Но если бы я был на милике, то я бы это, как бы, побежал бы добивать его, да. И потерял бы ДПС. А зачем? Ну, типа, блин, ты видишь, что отбегает РДД? Значит, он уверен в себе. Ну... Так, приготовились боб факин мэда дать. 10 таков? Сейчас только умирает этот, сразу боб покинуть надо. Все, боб. Снимай, снимай. Как снять боб? Окей, Google. Так, сыграем в кислотную, услышали? Flash cancel боб. Не-не-не, кислотную нормально. Бля, Геру, быстрее. Дайся на фул кислоту. Ты спереди вылезает. Дал каплю. Блин, приготовились размораживаться возле факин меда. Разморозились, побежали быстро. Да нет никого замороженного. А, вот, ну вот, привет. Побежали. Не костим, блин. Прожмись, факин мед. Фейп войд мелт. А у нас нечем разморозить. Все, разморозились все. Хорошо. Доигрываем кислоту. А, Дайси, у тебя кошем снимает или нет? Да, готовьтесь. Да, я снял уже. Дистанцию набрали, в кислоту доигрываем. Дистанция друг от друга 8 метров. Алло, милики. Все, хорошо, похилили этих двоих. Разойдитесь друг от друга, отойдите от Джиллиана. Вы друг друга не дамажите, кстати? Не дамажат они. Они же не тупые. Так и запишем. Так, ну я дал Иннер Джиллиана, у Гоквила есть тотем. Тем уже ставил. Блин, почему у меня нет урожая? А, вот это вот 4 минуты тотем. У меня, короче, на сове кривой этот. Я кривой помню. Рейд кулдаун, я их вообще не вижу. Великий лужа. Вбило. Так, стали под щиточек. В квадрат побежали все? На фрост ауру будем ставить? Да, будем. С огня на фрост. Я это все надеюсь, что у нас ретрики есть, они сами, типа, этот. Я просто не могу, я в сове не могу релить ретриков. У меня ничего не настроено под паладинов. Да тут такие ретрики, да. Все схвачено. А что ты у ретриков хочешь? Да я ничего не вижу, типа, ни бафов, ни капли, ничего.
что Смелт может даже каплю не нажать, а сказать, что нажал, я все равно не смогу проверить. Бля, а что ты не сказал? Ебать. Сказал. Ну, раньше... Тотемы убери. Почему? Зачем? А, короче, он тотемы разбивает. Ты заберешь ледяную ауру? Войт. Я уже думал. Или это не тотема, он разбивает, а пэтов, не помню. Ну, короче, кто-то кого-то мне говорил разбивает, нужно убирать. Нормально, можно что-нибудь убирать, это пустая тотема. А чего мне не прокат, скажите? Во. Кто, кондёр? Видал, как не-не-не, этот. Сбился. Кассу, ну. Слушай, я тебе скажу, мне кондёр пока больше нравится, чем этот, на удивление. Кондёр заебись. На удивление. Да. Механика у него прикольная, а так хуйня. Возможно, это просто из-за счет того, что я этот, ну, типа, только начал с ним бегать и еще не особо чувствую его. Или потому что, типа, профит от Везок Сатри не особо не поймешь, а от кондера сразу видно, у тебя или хосты добавляет, или крита. Я не знаю, мне прок СПДшно нужен, мне все остальное прокисподешно. У меня пета он убил. Слышь, бля, петух. Он прям подошел ему в еблище, да, у меня сдох пет. А у тебя быстрый рез есть? Нету. 8 секунд рез. Причем минус, наверное, процентов 40 урона. Он получает. Пиздец. Схуяли у меня пет пизды дал. О, кстати. А чем он дыханием? Да я не знаю, чем он дыхал, он просто подошел и убил. Что? Подождите, я не слышал, кто там что сказал. Я говорю, я выбил этот с ракушки квест на птичку. А, ну ГЦ. Колечко пиздатое. Колечко пиздатое. Распылить. Колечко пиздатое. Дайся, дайся. Оно с пилой. Зачем оно тебе надо? На ретрика же хуйня, да? Хуйня. Ну, можешь понять, я не знаю. Джерапсу нужно колечко, сейчас у него меткости мало. Ее, кристаллик получил за колечко. Еду поставь. Еду, блядь. Да вы, пацаны, меньше дохнете. Что значит еду поставьте? Давайте, жрите. Быстрее. Дорого бы. За рейд потратил 1000 голды, блин, прикиньте. 10 рыб все поставил? Ну, вот это 11-я. А еще 500 голды ты мне дал? Да. Ну нет, это я на рейды не считаю. Дайте на одного босса кондей потаскать. Дай кондей человеку. Так, держи. Вичкарф, иди. Магов нету, кто будет диспарить? Кто будет диспарить? Присты. Присты могут. Они присты. Два стака сразу снимают. А паладины могут диспарить? С босса? Нет, они только эти, со своих? Да. О, нихрена себе, у нас было УД на больше давало на 5%. Ебай. И дрыщ, ты этот, ты у нас контролишь всех ерундов. Надеюсь, ты знаешь, кого контроль, потому что я не знаю, где там или големов контроль, не знаю. Големы, когда вот... Ну, големов наш контроль, все. Вообще их захуярить. И ретрики тоже контроль. Нет, играем чисто в босса. Сейчас бы свитчиться в трэш, так и мощная эмпатия. Там у них там 100 тысяч. Одного-два можно заклеивать. У нас дрыж контролит двоих, и еще пал может одного законтролит. И второй пал может второго. Но там их всего три. Во, бля, все просто, нахуй. Хуйня какая-то. Бля, слышишь, а можешь тотемы переставить так, чтобы не доставали до всех? Так они в центре стоят, чё они? Не знаю, до меня не достает. А, я понял, они стоят в мелизоне, всё. Ну, в центре прям комнаты, как тебе сказали. Да. Пройдь поближе. Лучше везде стоят. Давайте, пацаны, я ничего не анонсирую. Не прохилили. Я не увидел, меня Роза отвлёк. Фейба. Да ну чё-то вообще не бьёт. Сбросился. Стаки. А, я вижу, здесь 5. Еще два стака висит. Диспейнте, пожалуйста. Спасибо. Дело что? Пизда, блядь. Никакой не прокат. Пизда, блядь. Не, хуйня кондей. Не, набрали?
Бегай с ним. Бежи с ней, бежи. Тайс, а чё на них не кикаешь огненная шара? Ну, не знаю. У тебя же не тратит на ГКД, кикай всё. Первого запилю. Давай, всё, первого мелк пилит. Да что такое, блядь, у меня пацаны вообще не критуют. Чё так? Подавай, мастер, подали. Прожмите. Пробегал, побежал, мелк, алло. Да я уже этого... Ой, блядь. Ты, блядь, милика убил, отведи в сторону немножко. Да мне кто-то, блядь, сбил этот репитанс мой на какой-то хуй. Ты, блядь, лужу разлил в мелизону, при чем тут твой репитанс? Всё, я же говорю, я испугался. А это нас этот... Нейр убил. Да. Джулиан, дай БР. Не всех, а только тебя. Все, дрыщ, двоих за контроль. Я бегаю с лужей. Ну, и контроль в это время. Ну, я так и делаю. Ну, хорош. В отличие от... Не будем а говорить. А на ты репитанс даешь? Бойда прохильте, танка прохильте. Ты репитанс дал на моего, которого я вернул. Да он не смотрит никуда, он это... Он половин. Репитанс я дал в начале того... который стоял, всё, оставал. Играйте просто в босса. А второй раз? А второй раз я не давал репитанс, у меня вот да? Только сейчас... Сейчас кто-то его бил. Ну, значит, давай. Вы просто забагали себя эти меточки. Ну, не метки, а там сверху пишется, чё на мане. Какой хуй, контроль. Так, о, слушай, а вот ты шея, которую ты хотел. Ноги. Только там с дыркой. Да, блядь, это такая минимальная разница по факту. Ну да, 30 станов. А ладно, с сапнутым камнем 45. Говноноги. Запускать? Угу. Запускай. О, блин, соль. Надо фейба забафайте. Мне нужно пересобрать сову, мне нужен пояс с меткостью. Мне нужен этот... Ботинки с меткостью. У мелта нету этого эликсира. Мелт, осуждаю. У Мелта нету, чё, лапки нету у Мелта. Вон смотри в системный чат и пойми, что этот, Изука никого не пощадит. Ты следующий, готовься. Так, ЦТМ мы брали, запустили? Очень грустно. Чур, я дерево контролю. Хорош, всё. Дрыщ контролит дерево, а мы просто всех убиваем. Я, кстати, даже по КД его могу контролить. Не, а чё мне получается выбить 3 несульды, и мне, в принципе, даже приговор не нужен будет. А тебе вообще не нужен приговор, алло. А чё, нет дерева? Кого, мне сову контролить? Не можешь сову контролить. Мне приговор не нужен. Я же сову в изгнание могу кинуть, да? Нет. Нет. Говно, сова. Сразу видно, что я не пвпшер, да? Так, подожди, это Миллик же, правильно? Шаман. Это Энг? Это Энг. Нет. Нет, это не Энх, у нас Леандра это Холик. А, ну все правильно, это Хил. Кого мы играем? Мы играем сначала этого, потом Хаскорт, правильно? Черри, потом Лог. Потом Мах. Мах, да. Хуёвый состав какой-то. А дальше вообще похуй. Гензель это Мах, правильно? Вот, трусики поставил. Да. А дальше. Все, окей. Этот, смотри. Что ты делаешь? Ты на ДКшке остаешься здесь, мы с той стороны пойдем бить. Ты остаешься здесь, забираешь на себя квадрат и танчишь просто квадрат. А мы с той стороны этот будем. Ну, кстати, у нас Холли Пала нету, поэтому кто-то его там пробует чем-то подкиливать. Без Геры будем. Да я думаю, без. Почему? Или хотите с Герой? Ну, давайте с Герой, похуй. Давайте уже. Как сам решишь? Готовы? С Герой, думаю. У Мелта маны нет. Все нормально. Все нормально, ему не нужна мана. У него каждый пул так. Все, погнали, пуляю. Давай ты, тяни. Давайте не обобрёмся, пацаны. Без АОЕ только играю. А кого контролит? Геру, давай. Кому будет контроль? Ин, БР, ага, вижу, КД. Локов контроль. Не-не-не, ты должен его таунтить на... А, подожди, квадрат это вообще сова, что я тебе... сказал, у нас нету миликов у них. Нету миликов, ну как бы поэтому. Да, танчи кого сможешь. Бля, по-моему, нам вообще нужно упасть, типа, и заново все потравить.
Какой ты хуёвый сетап, пиздец. А я так и говорил. Все, падайте, похуй. У нас уже минус 3, вы не вывезете. Мы никого даже не убили, Рушка шотнул меня. Я почему-то был уверен, что этот большой тип, это ДКшка Левар. Даже не посмотрел, что это друид вообще. Да. Мне или кажется, или Бьёрн состав что-то очень долго в гараже не сидит. А они что-то мы еще шли, а они еще двоих добирали из ЛФГ. Ну и, кстати, еще может быть, там они... много кто не пришел, плюс шоу нету, плюс там еще кто-то не пришел. Это а у нас, может, типа, идешь... погибель били. Это еще минут 15, блядь. Много людей, кого можно, типа, взять, у кого там по два перса. Вот, типа, пришел Невер, идеальный Джулиан, и по факту затащили нам этот РБК. РБК? Ну, вот это вот, который мы там ходили. Куда мы ходили? Длинный РБК. Ну, кстати, оно быстрее, чем если ты все в РБК будешь проходить. Кстати, да, это... А у нас вообще как бы из основного статика тут сейчас не так много народу. Угу. Только, ну, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек из основного. А чё вы... Чем мы сдохли так вообще, хуй знает. Да, состав хуёвый, плюс мы нас... как-то хуёво всё начали. У нас два друида, это же два вихря потенциальных. Не, состав хуёвый в этом, в плане вражеский состав. Вы запустили? У них не было миликов, и были все эти, все кастеры, там, Лок, Мак, Сова, блядь, и ещё и Рушка. Хуй знает. Да хуёвый состав, мне не понравился. Меня шотнуло в секунду с первого... Так вихри надо было раздать. Корни. Так, ты проебался, блядь, сколько меткости надо в итоге. А корни-то кому дашь? Они все равно вставали будут. Ну, пе там хотя бы, вон, хантер. Че, дерево, если будет дрищу, будет работать. Дерева нету, да? Трактор это хил, да? Рушка опять, это ебаный. Да. Леандра это хил. Ну да, скорее всего. Но Леандра и этот шаман. ДКшник есть, вот он, это потенциальный на корне. Это что, вар? Вот два милика, как просили. Ну да, сейчас состав прям изи. А Гринзель это кто? Гринзель это... Маск. Воин. Да нет, Мактайн. Мактайн. Ну вот бабу за хотя бы. Так, подождите. Кто у нас на танке? Танк, ты забираешь на себя печеньку и квадрат, вот. Все, Бьёрн исключил из гильдии Папулика. Долго чувак против пробыл гильдии. Это этот, блядь, на него все пюреха наезжал, смотри. Вот так. А то я неправильно поставил метки сначала. Вообще, блядь, мне нельзя метки ставить на этом. Оружка, это же Хан. Хан, блядь, это снова он меня шотнет. Давайте, кто на него первый нападет, бо я не хочу. А чё, почему ДКшнику не притянуть его ближе к нам? Так чтоб ДКшка подержал от нас. Он пойдет спокойно, даст таунт и даст такого, чередовать будет. Да нет, погнали так. Ну типа, блин, чтобы миликов подержало на расстоянии танк. Блять, есть корень у тебя, есть корень, вытащи на поле. Хорошо, давай, у меня он есть, у меня корень, есть. Вот, и чередуй три корня, три вихря, а другого милика он спокойно заберет, таунт и окова чередует. Все, поехали. Тогда ДКшка, иди сюда, пуляй, тяни Рушку к нам, гриппом. Давайте не обосремся, пацаны, это будет красивая победа. Сыграли в череп, Геро. А ОЕ не даем. Сдал мастераун. И дальше отведи от нас квадрат. Эй, ДКшник, ты че меня пиздишь, рот? Отведите от квадрата, я его поставил в этот. Кого дальше? Я паладин. Там...
Кого, кого, кого? Мага, 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 мага. Где маг? Крестик, крестик, крестик. Вот стоит. Блин, мне тут ДК заебал уже. Леандри, Вихрь, давайте сидим, Нишнего нет. Чё обезоружить, блин? Мазлист. Так, у меня дальше в Леандру уже нету контроля. За контролем тот следующий. Давайте в шамана. В Аршаму. Трактор без метки. Вообще сначала после лука и ханта сливают хила самого сильного, либо шамана, либо хпа. Так, а мы шамана и бьем? Мы до этого били. Кого? Давай, мы мага били, теперь шамана бьем. Ну вот мага пропускают. Потому что да хил... ну, маг неприятно. Маг проще контролится. А хил хилят того, кого ты бьешь. Сейчас вот давай после шамана сразу упалось все. Ну стан дал пока. Глянь, меня душат, слушай. Эра, не стены меня переключили. В Леандру играем? Ща я на него Леандру. Нихуя, она куда забежала? Кикать? Кто у нас там на кике коста? Она ебанулась, что за хуйня? А все, да, она в эту... В стенку убежал. Бейте, бейте. О, нормально убежал. Хорошо. Да, если ты тут, я тебя бердал. Иди кикай косты этому хапалу. Он меня сдолбал. Я подошел, мне стан сразу дал. Как она? Я аж подавился, пиздец. Хотел сказать, как у нее это получилось. Я мазь спал. Да ёпте, что за хуйня-то? Давайте в ДК-шку. Петух сразу же меня пиздить, блядь, начинает. Ну с чем плохого сделал? Слабо одет, они ж по броне пиздят. Да нет, он вообще рандомно лезет. Ну нет, у них типа приор по броне, у кого типа меньше брони, и дальше уже типа они берут по расстоянию. Ты они больше брони, чем у меня? Чем у Фейба, да. Ну нет, ты не понял. Первый критерий броня, второе расстояние. Так вот приз рядом со мной стоял. Ну вот, значит он стоял дальше, чем ты. Какой? Шаман нужно? Распалить. Мне кажется, вряд ли. Ну, может, он не знаю. Не, он же только что ленточку полутал, нахуй. Получается, говно выпало, да? Получается так. Запускай. Да-да, запускай, дальше шатя можно запускать. Они не пулятся. Я тело хочу с этого босса. Запустил. Распускай, пиздец. За Азерот, мужики, давайте. Реха, у нас с тобой одна это Т4? Угу. Понятно. Не, бери тоже черную. Да, почему? Вместе со всем рейдом меняешь, да и все. Самое простое. Так. 50 секунд трения. Встали в этот, в квадрат. Можешь пулять вести? Давайте не обозрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Геру. Настя, киса, агро.
было неплохое. БР, давай. Лангрис. Лангрис. А Лангрис это как? Овечка такая была, да? Джиллиан, ну дай БР, ну чё ты. Гро, дрочь. Вы кого бьете вообще? Зря Герус пулу так дал. Ладно, падайте уже минус 2. Да нет, не падайте, бей тебя, похуй вообще. Отдай БР просто один и все. Сейчас. Смена цели. Быстрее. Я не могу, у тебя через хиллбот резко. Вы сейчас реально упадете. Почему у нас у всех типа не смена цели? Сбивайте, сбивайте хасты. Хорошо. Минус все. Смотрите, зачем? Ну, зачем тебе Герас пулы? Для чего? Он агро, он 3 ЛПшки кинул. Вы под герой, под кропом. Да я думал, ДКшка выдержит, а ДКшка не выдержал. Все, падайте быстрее. Да там даже если усиление отдавать, там под герой, ну, сильно большой дамаг идет просто в них. Все, все, не подумал. Раньше никогда не давал Геру, думал, сейчас да под ее, Герой миллионы дадим. Ее, ну, в десятке можно и не давать, как бы, а в 25-ке ее оставляют на тот момент, когда щит вешает Валька и рейд вот время на переключение тратит, тогда ее дают. И то можно не давать. Понятно. Сейчас, когда контент откроется, только на этот момент ее оставляют. А так вообще, просто вы бросились дамажить под Герой. Да. Ладно, все, не души, нормально. Да это разве дамаг? Это разве дамаг? Да лучше поставьте 20 секунд, чтобы он нормально агро набрал. Просто фейп не напуливал. Какой не напулил? Мало напулил. Мало напулил. Блин, бафни. Нога, бафни по этому. Бафни, пожалуйста, у меня знаки кончились. Ебан. Дрейч, поставь этого Дживса. Забей. Дживса. Ставлю Дживса. Кайте вам еще. Нате, держите вам еще огурцы. Давай, это не вывозь. Еще если этот. Если 24 полутаешь, в какую гильдию пойдешь? А какие вообще есть? В Аспакьер пойдешь? Да, пойду. Пристабав. Еще есть вариант? Все, все, больше вопросов нет. А вроде на Альянсе больше никто не убивает, кроме СПКР и нас. Ну, Алголона, я имею в виду. Реально? ГГВП. Блин, какой днище тут? Не, ГГВП не убивает. ГГВП убивает, СПКР не убивает. Да, блядь, план. Нет, я смотрел этот, смотрел ПВЕ Прогресс, там есть СПКР, но нету ГГВП. Нет, или наоборот. ГГВП закрывает 25-ки, СПКР они даже этот, Йога в Хэйме не убивают. Понял, все, окей. Пуляй. Все, респект, пацаны, давайте за Орду. Снивер 5800 ДПС, да. Йога. Я сейчас дам много. Да, опять он черный. Все, бьем в череп. Да, мне уже страшно бить. Подскорость. На мне забери второй, друг. Если друг оказался, вдруг. О, дрич запел. Фейп скин. Кинь его. На, сальва. Давай, БР, быстрее. Да, вы сменили и быстрее в другую бьете. В ромбик быстрее, больше ДПС. Кикайте, кикайте. Бил. Давай. Все, переводи. Да ну, пацаны, вы рофлите, что это? Да что это такое? У меня нету БРа. Нету, но. У меня нету БРа. Может, на стол потанчить все-таки? Да, да, давайте поменяемся обратно, типа. У нас ДКшка какой-то неопытный. Я не знаю, ты типа этот, ни разу не переводил босса, не понимаешь, типа, что типа, можно спиной стать. Ой, не становиться, типа, или прожаться. Ну, раз не танчил. Да, да, поменяйтесь. Все, давай. Чтобы не вайпать. Умирайте быстрее. Да, кстати, это прикольный босс.
Альянс, давай. Да не знаю, по-моему, это очень простой босс. Ну, никто не говорил, что он сложный. Просто прикольно. Бля, пацаны, по 100 голды за каждый пул трачу. Больно. Просто богатый. Ну, это не значит, что я, блядь, должен тратиться, как ебанутый. Типа, если я буду тратиться, как ебанутый, стану бедным. Нет, очевидно. Ты тратишься не как ебанутый, ты тратишься как богатый. Нет, я, по-моему, я тратишься, как ебанутый. Не. Пала бафы. Нет. Лапку. Я сюда. Да, вот тебе три не прокнуло. Нет? Не-не, а какая трень у меня прокает? Не знаю, у меня прокает этот, который на хит трене. А у меня прожимная на хит. Не, вот это три не прокает, блядь, когда я бафаю. Не, у меня прожимная на крит. Ой, на хит. И этот, и кондёр. Поставь ауру от огня. Прием. Невер, это к тебе. Что, что, что еще? Огонь, огонь, огонь. Файер ауру. Файер ауру? Белый цвет — это огонь. Все, погнали. Белый цвет — это огонь? Что? Почему это огонь? Это свет. Не задавайте таких вопросов. А как вы это узнали? Я не знаю, надо почитать. Ну, есть же тайная магия, что она похожа светленькая. Но если человек говорит уверен, значит он знает. Ну, вполне возможно. Это прям заагрессировал, все, он говорит, не задавайте этот вопрос. Да, он нас агрессирует. Да, так, урон от света. Смотрим дальше. Я. Во, Фейб, сейчас нормально напулил, нормально. Готовьтесь, сейчас что-то будет. Йон. Короче, я почитал, смотрю, там все урон от света, но как бы не нашел урон от огня. Ну да ладно. А как это понять, где можно прочитать? Ну, в Атласе. А нельзя где-то посмотреть, типа, там, информация о смерти? Не-не-не, надо именно читать описание спела. Атлас — это которая книжечка приключений, да? Да, 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 там прописано. А кто ты только что бегал так вправо по-странному? Бьем. Только не кикайте, не кикайте. Кто там у нас кикнет? Давай, Войт, ты на конце каста. Я стандал не помогал. Все, Войт, кикай. Угу. Да, нас просто валькирии уже щадят, типа, даже не нужно бегать никуда. Да, это хули я спихнусь. Ну, я же говорю, щадят ты там. Блин, я ведь доспех не бафнул, что там? Есть отдор. Сменили. Ромбик бьем быстрее, больше ДПС. Давай останемся. Давай, кикайте. Должны добить, да. Ты не баф получил? Не, я не. У меня 40 просто. Аддон Mix Pro Battle Text называется. Там циферки огня, они в оранжевый цвет подкрашивают. Сейчас второй выпало. У второй меня есть MSBT, да, но да. Надо типа его настраивать. MSBT, да. О. Ой, какие ботинки, как же я их все хочу, но у меня... В смысле, не тот, как говно же вроде, нет? Нет. А, ты имеешь в виду за совиной? Нет, я за танк. Но они у меня, я сейчас не на танке. Папа. Я на сове, блядь. Да, я засыпаю. Но они примерно одинаковые с двумя дырками, которые на мне, да?
Так, броня 1516, а тут 1600 больше. Надо брать, да? Ну, да. Мне больше нравятся те, которые там. Попробуем. Это огонь, потому что в этих, на форумах, вот пошарьтесь, поищите по тактикам, это урон от огня. Если кто-то тактику когда-то читал, на их это урон от огня идет. Всегда был. Тут ни свет, ни аркан. Просто она белая, магия вот эта. Визуализация белая, а школа магии идет огонь. Ну пока не убедительно, конечно. Неубедительно, блядь. Когда играл на Афе, такой хуйни не было. Всегда была магия света, магия. Да на Афе такой не было, блядь. Когда ты играл на Афе, ты. Да блядь. Он пиздит, он не играл на Афе, блядь. На Афе да. Это огонь. И на пиратках это огонь. Нет ни одной пиратки, где это светлая магия, ни одной. Какая светлая? Ну светлая, тайная. Которая, знаешь. Нет, тайная. Не тайная. Блять, хуяйная. Смотрю, есть темная, магия льда. Да не тайная. Сила природы. Это. Тайная, она всегда такая была розовенькая, блять. Фиолетовая. Окей, этот. Так, кто у нас? Джиллиан, спекайся в сову. Уже. Че ты думаешь, Эрдруг не пойдет? Не, думаю, что Эршам соло проходит. А, типа 2 шпшника? Ну, 2 шпшника, плюс он говорит, что он сможет. Я ему верю. Сможет, то сможет. Ну все. Цепуха, она как будет поднимать? Нормально. Не знаю, но там ассист какой-то все равно надо. Хотя бы. Ну, 2 шп у тебя есть, ассист, 2 совы. 2 шпшники, ладно. Там флешка хотя бы от ретрика. Да, желтой джаги хватит, чтобы не умереть от дебафа. Главное таргеты прохидывать. Желтая джага регенит по 2% хп в секунду от максимального. А там тебе будет наноситься в какой-то момент по... Сколько? По 300 урона. По-моему, 200, по-моему. Или даже по 200, да. Все тут, бафы есть, кто не умирал? Тут ледяную можешь поставить. Все, давайте. Даю ДБМ пул, пацаны. 3, 2, 1, пул. Давайте меня подрёшься, пацаны. Это будет красивая победа. Сейчас все бафы закончились, пета нет. Я сейчас дам лужу. Он вызвал пока пет. Переводи на лужу. А, ну вот она как раз. Сливайте, Вада. Ну, можно даже свичнуться, кому не впадло. Во, вот так и стойте, вот главное кучно стойте. Тебе нравится, как мы стоим? Второго забирай. На переход кидайте гимномон. Да мы сейчас тебя Инра зашлем. Так, отбежали. Дрыщ, ну ты что такое делаешь? Дашь боф меня или нет? Кто там? Да я блядь, догоню, не догоню. Нет, не что, не надо, не надо, не надо, не надо. Да. Что, я не понял, что я сделал? Я с ферки сбивал. Луж дохуя там проебался. Да похуй на лужу. Отойди. Оставьте одну сферу, потому что кто-то говорит, что если все убить, то она не резается. Сейчас уже вылезет. Я все убил и все резнуло. А, ну тогда ты тоже. Добили адов. Мелких. Быстро. Да, сыграли мелких. Они не вешают дебаф.
Точнее, он не дамажит хило. Ну, все равно не стоит рисковать. Встаньте, пожалуйста. РДД, станьте поближе, поближе. Фей погрозки. И сальво по Вичкрафту. Дрыщ раскол. Да рано еще 80%. Ну че? Встаньте к дрыщу. Встаньте, где дрыщ. Дрыщ вообще заебись стоит всегда, да? Никто не запомнил. Это жука, давайте побыстрее, сейчас второй выйдет, пол хп еще не снесли. Да, я что-то забыл. Я тогда сам свечился, бля, сейчас что-то вообще не слышно. Вон он второй. Нормально, 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 нормально. Все в тайминге. ИВК, блядь, долго будет бить. Да ИВК, блядь, там ДПС чинуть нормально. Да, ИВК еще не откроет. Народ шип, это 4. Мне кажется, мы типа будем довольно хуёво в ИВК себя чувствовать. Ну уже будет 4-4 у всех. Да ну не суть. Да ладно, ИВК, ИВК в лучших случаях Нового года будет забить, там все оденутся. Ну, там все в... Да нет, все оденутся, это понятно. Я о том, что типа у нас состав да, не супер сильный да, по ДВК, мне кажется. Кто сейчас? Ну там паладинов нужно получить. Фей, хочешь, дам тебе боб. Да давай, да, давай, давайте запустим. Не, давай. Да господи, я все вижу. Да, если только. А, ну ты шаришь. Мы ж переживаем, или. Дальше ты ВК. Ты ВК фкашил? А, ты ВК как раз фкашил. Ну нормально. Не. А, вы маги грула. Я понял, вы маги грула. Нам там не хватило 150 тысяч или меньше, чтобы ФК сделать. Ясно, слабое. А набрали кого-то там по объявлению? А мы кого-то. А там эти, Асгарды, мы... они еще наебывали. Я с этими, с пугами ходил, а они считают, что и гильдия North Mythology стоп. И типа мы ФК сделали льды, там еще чего-то. РДД, подойдите ближе. Кто это так считает, лол? Да я не могу говорить гильдия, ну, на ноймском. Такие нормальные, там 220+. Мы с ними у льду, по-моему, десятки закрывали вместе с хэмами. Ну, нормально. Не знаю, я от вас ревнул, блять, в Новый год, потому что мне Йор сказал, что за ФК вы бороться не будете. РДД, подойдите поближе, все, цепуха не достанет, до вас вы умрете. Перевели жука, добей. Так, так по факту и было, мы типа даже рядом с ФК не были. Да. Так, все, прохиливаешь только Главхила, Войда и танка. ГГ снип, не хилься. Хилься, да, можно было бы за ФК бороться, но если бы это, народ бы адекватно все делал. Готовься, сейчас будет смена этого. Желаю. The fucking mad fape. Фейп скинул, только fucking mad. Я, кстати, хз, почему не борешься? Все, ни на ком пока нет. Fucking mad, Настя киса, я прожмусь чуть-чуть. Дрыщ, да потому что у нас слабый состав, ну, в 25. Был. Ну, слабый, много, но все равно есть вагоны. Да конечно, сейчас пушу. Нормально. Сейчас, ну, довольно неплохое. Ну и то, блин, не всегда. Witchcraft фейп. Ну, били. Ура, победа. Вообще... Посох, кстати, кто там хотел? Я хотел. Посох валик хороший, этот херня. Вон, шопешка, дайте посох, пусть порадуется. Вы быстрее все распылили. В смысле шопешки? Охуенный посох. Ебать! Ебать! Ладно, ребят, спасибо. А чё, это Воня? Чё, всем спасибо. А, давайте, давайте сходим, Воня. Не, Воня не пойду, сорян. Я тоже не хочу на Воня. Прикольно, кстати, вот этот шестеренка на трансмут. Смотри, как выглядит угарно, блядь. Да, я видел. Ладно, до следующей субботы. У нас всегда же суббота, да? Да, 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 да. Ну, пока да. Ладно, конечно, даже смотреть не будут. Рос. Так себе. Что дать? Мне не хватает
80 пробиваний, чтобы это, чтобы кап под 3 не был. Угу. ГЦС нет. Так, кто даст портал мне в Далоран, пацаны? А, вон он. Вон. Кто одна ну, а, блядь, точно. Я не знаю, кто там. Надо кому-то эта одноручка, не? Да, нужна, нужна. А, ну все, давай. У меня-то с йога, с Везекса, точнее. Ух! Но у меня стали... Долго были, конечно, но в целом нормально. С учетом того, что мы собирались, типа, половину, типа, мы-то 3 часа закрыли 2 инста. Слушайте, а одноручка с Везекса на ШПшника или сову будет лучше, чем кинжал вот этот 32-й? Я уж не помню там как, просто там. Кинжал с чемпионов или откуда? По-моему, я штука попизжу. Ну да не точно. Не пизжай, Шуга, кинжал лучше. На ШП. Ой, успех. Ой, Шуги мало хосты, много крита, но... У этого кинжала нормальные крита и нормальные хосты плюс красный сокет. Короче, пизжи, кинжала, ничего нету, правда. 30 крита, 50 хосты, а там? 42 крита, 20 хосты, по-моему. Бля, кстати, заебись посох. Ой, Шуги... 41 крит, 22 хосты. Ну, на сову, мне кажется, пизжа и шуга этот будет. Потому что крит. Нет, кинжал. Не знаю, по-моему, на сову, бля, вообще, этот посох... Посмотри в этом. Ну, посох... Есть на... свалик посох. Да, видел я свалик. Я не знаю, посох. Я смотрел. Конечно, свалик посох, он все равно хуже, чем 39-й на сову. В смысле, там две дырки. Там хоста, а в 39-м три дырки. Хоста получше, блядь, духа будет. А толку с того духа? Да. Да я не за дух говорю, я за СПД, типа. А что там, ну... СПД больше, что ли? Ну да. Смотри, тут посох, блядь, 108 хосты, 13 крита. Сейчас, подожди, я сейчас гляну свалик, я, может, что-то пропустил. Свалик вот с десятки. Бля, сейчас, не знаю, я вырвал пиздатые ступни. ГЦ. 108 хосты, 113 крита. Во, этот посох. Ну этот посох взял. Лучший, блядь. Посох этот топовый пока. Вы лишаете, да? Выйдет этот. Магик, ну слушай. Груль, с магика посох охуенный падает. Да, который все кастеры очень сильно все хотят. Да. Да, мы хотим, да. Нет, ну Локи магии его не получит. Смотри, смотри, на 30... на 37 СПД все-таки больше, в 39-м. 37 СПД довольно много. Но зато ты крита. Сколько тут? Тут 1.5% крита.